Испанский, в котором будут звучать сегодняшние песни, вы сможете почувствовать, о чем они, потому что музыка, на мой взгляд, это то, что нельзя потрогать, нельзя увидеть, можно услышать и почувствовать. И, наверное, от вас потребуется тоже какое-то участие, потому что просто так она не пройдет, а если вы захотите, вы услышите и почувствуете, что в ней заложено. Deslizando, macio azul do mar. Tudo é verão, amor, se
То, что связано с морем, солнцем, ветром, раскачиванием, было явно слышно в этой музыке. Следующая песня для меня скорее как бытовая зарисовка. Вообще она поется от мужского лица, поет и мужчина, и который скрывается от своей жены на горе, потому что она требует от него денег. И очень хочет, чтобы у них все получилось, а он говорит, что он бедный, несчастный, он работает и не может так много давать ей, как она хочет, она ходит, его ищет и даже со злости отдает его имя, чтобы сделали куклу Вуду, чтобы она его что-то там смогла удержать. И вся эта песня достаточно шутливая, и он поет, что ну вот, теперь я бразильский преступник. Thank you.
Thank you.
Шутливая также. И называется она «Визинья Дуладу». «Соседка» переводится. «Соседка»
это женщина в красном платье, которая, выделяя своими бедрами, мешает мужчинам работать. Суть песни такова. И чтобы было понятно, то, что... Ну, немножечко я переведу, чтобы оно укладывалось немножко в голове, что где... Что Элла — это она, Меши — это виляет, Ком — это с, и Кадейраш — это бедра. То есть, чтобы было понятно, что это такое за Куаш Кадейраш там в середине. Ты испытываешь то, что описано в этой песне. Песня называется «Нежность». Te feliz.
del corazón. No sé por qué. Pachi feliz cuando te veo. Кстати, эта песня практически гимн Бразилии, потому что бразильцы очень любят эту мелодию, и когда ее играют в залах, где собирается бразильская публика, она практически они подпевают эту уже мелодию, они знают ее наизусть. И это очень круто, очень мощно выглядит, когда весь зал они прям напевают такие мелодии, которые достаточно сложные для воспроизведения, но они очень чисто и с таким воодушевлением поют. Следующая самба, самба для меня самого. Я думаю, что у каждого тоже бывают в жизни такие моменты, когда хочется отдохнуть, хочется остаться одному и насладиться собственным обществом, собственной компанией. И это самба для всех эгоистов. De minha paz, eu não.
слушаете, и чувствуется, что вы в музыке, что вы вместе с нами, это очень круто. Сейчас, если мне не изменит память, в 1892 году в Швейцарии в семье аргентинского предпринимателя родилась поэтесса и писательница Альфонсина Сторни. Прожила она очень насыщенную жизнь и впоследствии перебралась в Аргентину, на свою родину, со своим отцом, со своей семьей. И у нее была очень насыщенная творческая жизнь и личная. И она встретила человека, и не одного, в которого она была влюблена. И впоследствии она заболела смертельной болезнью. Да, можешь сказать? Да, смертельной болезнью. В течение этого периода умер ее возлюбленный, причем возлюбленный умер по собственной воле. И в итоге она не выдержала той боли и того напряжения, которое было в ее жизни, и она тоже добровольно ушла из жизни и ушла она в море. И вот следующая песня называется «Альфонсина и море». «Альфонсина и море». Она посвящена этой поэтессе. Аргентинские композиторы и поэт написали слова и музыку и посвятили эту песню ей. И песня обращена к ней, когда она уходит в это море. Песня провожает ее в это море. И говорит о том, что тебя встретят морские обитатели, и они... То есть они как-то скрасят ту боль, которая была у нее. Но в конце песни появляется сама Альфонсина, и она говорит, если он позовет, он разлюбленный, если он позовет, не говори ему, что я здесь, не говори ему, что я есть. Скажи ему, что Альфонсина ушла. Никогда не говори ему, что я существую. И Альфонсина ушла со своим одиночеством в море. Thank you.
Cinco serenitas te llevará por caminos de algas y de coral. Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda. Y los habitantes del agua van a jugar. Déjame que duerma nodriza en paz. Así llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y se llama a él, no le digas nunca que estoy. Te vas a Alfonsina con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Te quiebra el alma, la está llevando y hasta allá. Sueños dormida Alfonsina, vestida de небольшой маленький перерыв, и мы вернемся. Thank you.
называется «Abrindo a Porta». Называется так не случайно, потому что следующая песня называется «Abrindo a Porta». Переводится она как «Открывая дверь». Но дверь непростую. Как сказано в тексте, я немножко вам переведу, чтобы было более-менее близко вам. Понятно. Я хочу полную луну, я хочу солнце, которое жжет там на море, я хочу стук барабанов, хочу тон, который дает жизнь, я хочу дождь, который очищает сухую пустыню, и хочу свет, который свет на могиле страсти, я хочу воздух от ребенка в сердце, хочу идти своей дорогой без адреса, хочу иметь причину, чтобы прыгать, лететь. Хочу силу, чтобы победить одиночество. Хочу открыть дверь сердца. Открывая дверь сердца. Я хочу, чтобы вы открыли свою дверь тоже. И, может быть, у нас получится сделать что-то интересное, потому что я думаю, что музыка — это тайна. И если вам понравилась песня, и вы не можете объяснить, почему, то, значит, удалось. Если вы можете объяснить, как, почему и что, это уже не так интересно. Thank you.
somebody loves me. Maybe it's you. Очень люблю. Это чтобы вы запомнили имя, фамилию. My story is much too sad to be told. Totally cold. They only
Чего возьми? Написана она была в Эквадоре и под впечатлением от постоянного солнца 12, сколько, 24 месяца, 3, сколько, в году. Все, это уже... Вот, и получилась она несколько такая тоже сумасшедшая. Спасибо большое. Спасибо.